وعليكم السلام. سعد سفير. كيف الحال؟ الحمد لله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. Я искренне приветствую вас с традиционным исламским приветствием. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. И сердечно поздравляю с наступающим благословенным месяцем Рамадан. Мы сегодня хотели бы проинформировать вас, уважаемый господин посол, о том, что с Объединенными Арабскими Эмиратами и нашей страной, мусульманами между двумя нашими странами сложились очень добрые отношения, братские отношения, отношения взаимопонимания и сотрудничества по различным областям. Вы знаете о том, что россияне с любовью относятся к Объединенным Арабским Эмиратам, выбирают для себя и местом отдыха, туризма вашу прекрасную страну. Нас радует то, что между двумя нашими странами развиваются и экономические связи, и культурные связи, и связи по другим различным вопросам, которые интересны для наших двух стран. И между нашими политическими руководствами двух стран сложились доверительные, дружеские отношения, и это дает нам возможность развивать и наши духовные, религиозные, культурные связи. Несколько дней тому назад большая делегация Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман Российской Федерации вернулись с командировки в Объединенные Арабские Эмираты, где наша делегация принимала участие на международной конференции по вопросам мусульманских меньшинств в немусульманских государствах. Это, безусловно, очень важное мероприятие, где собравшиеся изучают вопрос существования и развития мусульманских меньшинств в различных странах Европы, в различных странах мира. Хочу обратить внимание на то, что наш международный конкурс чтецов Корана, который проводится в Москве, получил специальный приз от организаторов международных конкурсов чтецов Корана под названием «Дубайская премия» за лучшую организацию международных конкурсов чтецов Корана в мире. Это для нас большая честь. Мы подписали договор о сотрудничестве между управлением вакфов и благотворительности Дубая и Совет муфтиев России. Договор будет служить, безусловно, укреплению взаимопонимания и сотрудничества и деятельности во благо двух наших стран и во благо мусульман Российской Федерации. Я, уважаемый господин посол, выражаю искреннюю надежду, что мы с вами будем тесно взаимодействовать и сотрудничать. Я буду рад вас видеть всегда в наших мероприятиях, которые проводятся на международном уровне. Это и наши международные исламские конференции, и международная выставка Moscow Halal Expo. Это и праздник, посвященный Рождеству нашего пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, Маулид ан-Наби, который мы проводим на большом зале, а также на международном конкурсе чтецов Корана, который ежегодно проходит в Москве как истинный праздник Корана в Москве. واعتقد هذه الفرصة لأن أكون اليوم معكم هنا لنتبادل الحديث بما يهم دولتينا روسيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا سعيد اليوم بوجودي معكم. العالم
العربي والإسلامي والمجموعات المتقاطعة هو كتاب بحثي أنا قرأته وبعدها ما قدرت أتوقف من القراءة حقيقة إلى أن خلصت منه لأنه فعلا نقلني إلى عمق التطرف المجموعات الإسلامية الموجودة في العالم العربي والموجودة في عالمنا خاصة الإسلامي وخاصة المجموعات اللي هي это фото альбом об истории деятельности нашей Московской соборной мечети, которая в этом году отмечает свое 114-летие. Спасибо большое. Спасибо вам, уважаемый господин посол.